Фестиваль православной и народной культуры «Покровские встречи» открыл сводный хор детской школы искусств «Сходни». На празднике звучали песнопения, прославляющие Богородицу, и народные композиции. Покров Пресвятой Богородицы – один из главных православных праздников. На концерте говорили об этом важном событии, которое неразрывно связано с духовной жизнью народа. Мы все стремимся к покрову, к защите, просим этой защиты у Бога, но тем не менее мы тоже должны развернуть такой небольшой покров над теми людьми, которым мы тоже можем помочь. Покровские встречи проходят в Химках четвертый год. И традиционно фестиваль духовной музыки объединяет разные поколения. На сцене детский ансамбль «Соловейка». Кстати, у этих юных вокалистов сегодня дебют. Вообще, сама суть этого проекта, этого фестиваля, это возрождение, в первую очередь, нашей культурной национальной памяти. Именно православная культура сформировала наш народ и наше самосознание. Мы хотим, чтобы у нас дети росли хорошими, воспитанными, умными девочками. Кристина Читайкина выделяется среди юных артистов. Она самая старшая в коллективе и самая опытная. Народный ансамбль Кристина пришла 8 лет назад и делится. Любовь к фольклору с каждым днем только растет. Это очень нравится, и я считаю, если я буду развивать свой талант, то я могу достичь высот. Вот мы пели одну из песен «Неправдивая колена». Вот Кристина как раз запевала. Это моя личная запись Смоленской области, Руднянский район. Тех бабушек, от которых я записывала эту песню свадебную, их уже давно нет в живых. Преемники этих традиций мы. Фестиваль хоровой духовной музыки нашел отклик в сердцах тех, кто пришел. А организаторы покровских встреч обещают продолжить поддерживать русские традиции. Следующий православный фестиваль хоровой музыки посвятят Рождеству и Пасхе. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.